Привет, мои дорогие любимые! Сегодня 4 июня, и я опять пошла на море. 18 градусов всего-навсего, то есть не жарко. Я уверена, что водичка будет холодная, но у меня потом, по-моему, 5 дней идет литургия утром, и я не смогу идти на море. На своей точке я вам говорила, я не могу пойти, потому что там один вход, то есть все очень, не то что близко, все тупо на одном месте заходят. Поэтому я опять здесь, на Коне Алты. Который сейчас, не знаю, сегодня чуть-чуть позже вышло, потому что, ну, прохладно было утром. 7:22. Да. Вчера я уже в 7 часов заходила в море. Ну, сегодня думаю, не. Ну, так, ух, сейчас пойду бодричком. Смотрите, что я нашла. Такие, как будто каштанчики маленькие, да? Скажи, или может, это и е-каштаны? Я не знаю. Я уже не буду вот это все снимать. Нет, видите, оно как бы цветочком открывается, наверное. Не знаю, что это, скажите. Листочки мне на 6 похожи такие. Я не буду казать на шо. Слушайте, столько здесь проходила, ни разу не видела. Что здесь такое интересное? Дерево, куст. Наверное, все-таки дерево, потому что там очень неиздалеко идет оно. Вот хорошо, что здесь ступенечки сделали. Видите, это новое. Да, был переход этот, но он как это... Я не помню, какой он был. Я уже даже не помню, что здесь было. Ну, был вроде бы. Но мне кажется, это она видела. Смотрите, еще какие-то цветочки. О-о. Вау. Знаете, когда бежишь на море, ты это вообще не замечаешь. Ты увидел море. Мама, где море? Вот сына море, во, где море? И все, ты по сторонам не смотришь. А сейчас из-за того, что такая хорошая погода, так и машина едет, Юля. Я сейчас иду, и там ребята на скакалках скачут, видно, где тренер, там командует ими. И я вспомнила много лет назад, много, я не помню сколько, у моей подружки парень, он рекламу делал фитнеса, ну, фотографировал. И нам бесплатно разрешили походить в него. Это все. Там как бы тренером был мальчик, он так гонял всех, он так всех гонял, это просто было что-то с чем. Бабушки, я уже умерла, я уже 3 раза умерла. Уже не то, что я качать пресс не могу, я уже даже лежать просто не могу, настолько болит. А бабушки из-за того, что он командует, они все там рос, рос, рос. Такие молодцы, ну очень классные тренировки были. Вот когда мужчина-тренер, он... Ну, хотя, мне кажется, и женщина тоже хорошо. Ну, как-то, ты хочешь... Ну, на меня это не сильно влияло, да, видимо. А вот на бабушек, вы что, они с последних сил... Я вам говорю честно, на бабушек, потому что там были бабушки. То, что женщины были, это понятно, они могут. Но там были такие женщины, что я думаю, я в твоем возрасте, если бы просто даже ходила, это было бы уже круто. А они занимаются, да, турчанки. А вы думаете так себе. И Юлечка, понимаете, с конфетой. Да, мы вчера выставили конфеты. Сегодня постный день. Сразу, да, заметь, люди скачут на скакалках. И Юля де конфету есть. Что не ем, сейчас зараз буду есть. Да, так перехожу я туда, к морю ближе. Да, такие, ну, мы тут классно. Мы там, и вот это, там как раз я поняла, что такое хамам, когда обливаешься вот этими тарелочками. Это круто, это круто. Скажи, что кому, Юля, кому фитнес, кому хамам? Ну, да. Это точно. Я вам скажу, неплохая конфетка. Да, можно есть сетлу. Это ж я вспомнила. Это ж она говорит. Говорит, Юля, пошли после тренировки в фитнес. Говорю, солнышко, говорю, ты понимаешь, что Юлечка как бы тоже уже ну, наработалась, не надо фитнес. Мне как бы нормально. Юля, ты ничего не понимаешь, там мужчины. А, говорю, мужчины. Ну ладно. А нам видно, потому что зал построен таким способом, что вот девочки занимаются. Стеклянная перегородка, и там мужчины в фитнесе. То есть мы, когда занимаемся, мы видим их, они, когда занимаются, видят нас. И она же такая, идем. Говорю, ну, ладно, пошли. Короче, Юля ж як дорвалась до бесплатного. Як накачала руки, так потом, не знаю, 3 дня не могла поднять рук. Она говорит, Юля, мы шли мальчики снимать, а не качать руки. Говорю, ну что-то я... Знаете, как первый раз, когда приходишь, все легко так. И на шпагат садишься, и там закачиваешься. И прям, ну все ж так идет, ты ж такая спортсменка. А ты ж, знаешь, ты потом 3 дня, знаете, отходишь. Вот спортсменки такой. Да, такие приколисты. А я что не понимаю, фитнес, значит фитнес. Все, Юля занимается.
Наш забыла, что там надо было мальчика моргать и стоять. Зачем? Напиши руки качать. Я смотрю, здесь вороны прям командуют всем. Да, поют, поют. Вот смотрите, какая хорошая территория. Далеко-далеко никого нет. Вот я сейчас и поплаваю. Я, по-моему, даже до своей точки не дошла. А вот моя точка. Вот там я вчера была, но там уже есть люди. А здесь нет. Красота. Ой, сандали надо снимать, потому что в камни залазят камни в сандали. И невозможно идти. Камушки холодные. Но так хорошо. Чем мне нравится? Мне нравится и песчаный пляж, да, это хорошо. Но каменистый. Во-первых, массаж ног шикарный, просто обалденный. Ну, для стоп это невероятно, как полезно и невероятно, как кайфово. Да, некоторые, я знаю, у нас гости говорят, ой, так больно, больно так по камням ходить, специальную обувь одевали. Но это вначале, возможно, знаете, когда пока только не привык, да, возможно, будет такой немножко дискомфорт. Но вы же понимаете, даже когда вы заходите в профессиональный магазин ортопедической обуви, там будет... Там, где такие стелочки специально на заказ делают, там будут вот такие коврики с таких камушков продаваться. Да. Я когда первый раз увидела, говорю, зачем? Говорю, так это самый полезный массаж, который вообще может быть. Камни, это же минералы, так же, как и песок. Вот, плюс, ну, заходите, почитайте. Так вот, и плюс, когда ты плаваешь вот, на море с камушками, оно чистое. Когда с песочком, да, это классно, это попрыгать на песочке, можно, красота. Но потом, вот эти все плавки, вымывать полдня в душе, и ты все равно весь песок не вымоешь. И купальник, в принципе, после сезона на море с песком, да, даже не после сезона, можно выбрасывать. Ну, потому что он, ну, он портится очень быстро. Хотя, говорю, если у вас песок, это тоже шикарно. Деткам пасочки себе делать. У меня малый на песчаном пляже такие города выстраивал. Все, он весь берег пляжа, который был в отеле, он все перекопал. То есть детям это, конечно, для постройки супер. Но камушки тоже нужно пособирать. Поэтому я уже говорила в видео, когда у меня есть в плейлисте «Отдых в Анталии», как выбрать правильный отель. Да, очень много значения имеет, вот какой именно пляж будет. Потому что некоторые люди, там было бы море, а потом, ой, не, нам так не нравится. Ну, реально, бывает такое. Я говорю, мне нравится и то, но, наверное, если бы я выбирала, то все-таки камушки. Все-таки камушки почище моря. Я уже стою, массаж делаю ножик. Да, сначала привыкаю, привыкаю. Классно. Когда заходишь сначала, прям вообще холодно. Сейчас тепло. Ну, конечно, Юля сунула ноги в камни. Конечно, тепло там снизу. Ой, красота какая! Вот видите, я вот там всегда плаваю. Вот, аромат отель высокий. Правильно, Юля, ты же ничего не путаешь? Да не, вроде ничего не путаю там. Вот, то есть, если сейчас... А, нет, уже там тоже солнышко есть, но что высоко уже. Ну, обычно сюда на Кони Алты раньше приходит солнышко, и оно теплее. Нет, когда можно будет 4:30 утра, 5:30 идти, то я туда буду ходить, потому что сюда все равно дальше. Ладно, лежу я у моря плавать. Буду плавать сейчас. А, кстати, я вчера плавала, буйки какие-то были. А сейчас нету буйков. Это, возможно, не буйки были, а для рыбы. Ну, поставили сети, и они держались на них. Потому что я же там была, нету там ничего. Да, это рыбы, рыбки. Море просто супер, просто отпад. Вы знаете, я так далеко сейчас заплыла, потому что я плыву, так легко, думаю, не так уже холодно. Так, особенно, когда я положила телефон, и еще массаж ножек поделала, наверное, минут 10. Я просто обожаю, именно в воде. Когда ты по сухим камням ходишь, да, немножко, наверное, ну, некомфортно, но когда ты в море, оно же, ну, как расходится под ножкой, да, оно так классно. И вот это... Ноги, видимо, привыкли, и я плыву, и я не могу остановиться, понимаете? Я плыву и не могу остановиться. Быков нет. Я разворачиваю голову, думаю, мамочка, куда ты заплыла? Да, далеко было, далеко. То я уже назад как бы нормально плыла, и на какой-то момент убыстренку включила. Ой, мне кажется, да, теплее море. Уже теплее.
Потому что как только начинаешь ходить, думаешь, а нет, такое холодное, как зимой. Я не знаю, может, оно зимой такое тоже было. Но можно уже плавать, да. И после этого так хочется сразу лечь, так тык. Не, не спать, не спать. А именно вот, не знаю, позагорать. Привычка уже, да. Потому что капельки, ты же мокрый весь. Надо позагорать. А еще море сегодня просто ровнюсенькое. Такое идеально. Не знаю, наверное, еще один заплыв сделаю потом. Смотрите, ну просто. Я знаю, что еще бывает. Бывает, вообще волн нету. Но это тоже считается, как они говорят, турки, чаршаф гиби. Это как простынь. Ну, то есть вообще без волн. Ой, иду я домой. По дороге зайду в музей Кикони Святого Николая. К мощам Святого Николая помолюсь. И пойду домой. Я лежу до той поры, пока не замерзаю. Да, как бы загорает человек, пока не замерзает. Вот так происходит. Ника молочинка, да? Браво, Герчик Тен. Ну я помол. Герчик Тен, браво. Смотрите, походу закрыто еще. Теннис. Так ребята решили, можно и на улице поиграть. Чего, знаете, сидеть ждать просто так. Кстати, вот удивительно, что так поздно открывают, потому что пока солнце еще не высоко, не жарко, сейчас как раз таки можно играть. Я спросила, говорю, у вас курс какой-то или вы индивидуально? Он говорит, индивидуально занимаемся. Ну так видно, да, так ух, откачаны. И Юлечка, знаете, из моря такая, русалка. Уже забыла, когда последний раз пресс качала. Очень хорошо, что вот на этом пляже много переодевалок. Смотрите, одна. Буквально сразу же вторая. Вот сразу же третью видно. Туалеты, они находятся вот в этих зданиях, но это уже платные. Да? Там по лире, по-моему, или сколько. То есть это платные пляжики идут. За лежак не знаю, сколько в этом году. Ну, минимум 15 лир. А вот на... Когда вы перейдете вот туда, там где кафешки, там уже есть туалеты бесплатные. Некоторые закрыты, некоторые открыты, но сейчас, в принципе, уже почти все открыты. То есть с той стороны, возле моря, они платные или бесплатные, но они открываются только тогда, когда кафешки открываются. Я так понимаю, это где-то в 10. Или позже, не знаю. Но я ухожу, они еще закрыты все. А вот там они постоянно открыты, то есть чтобы себе знали, да. Юлечка опять перешла на велосипедную дорожку, ну потому что там люди идут, и я так, чтобы близко не идти. Да хорошо, вы не представляете, какое море хорошее, это просто сказка. Но когда лежишь в мокром купальнике, уже начинаешь чуть-чуть замерзать, это лучше, поверьте, лучше так. Да, велосипедистов очень много, смотрите, какие колеса. Такой звук такой, вот еще один. Много-много кататься. Я знаю, у меня у малого, то что он с велосипеда вообще не слазит. В Анталии это смысла нету слазить с велосипеда. Зачем этот автобус ждать, куда-то на остановку идти? Самый лучший транспорт. И вот сына сюда приходил, конечно, сначала он фитнес хотел идти, ну, финансово фитнес нет, и он сюда приезжал на велике и занимался. Круто, я считаю. Вот так на природе. Тут через каждые пару метров стоят фитнес тренажеры. Только я что-то не вижу, где он. Ребята тоже, походу, кафешку открывают. Мне кажется, больше стало деревьев. Или, знаете, всегда в этом парке было много людей. Сегодня же четверг, детям нельзя выходить. Поэтому, да, даже в среду они только с 2 часов могут выходить. Почему с утра нельзя, я не понимаю. Вот им с утра вот так погулять, а в 2 часа дня это уже жарко. Ну, тут не было ни разу, чтобы я шла и было пусто. Ой, смотрите! А-а! Вы видите? Что это за таким? Таким розовым. Я думаю, я не поняла, кто-то покрасил. Вот тут так не видно, смотрите. Ай! Какая прелесть! Я понимаю, я в это время здесь никогда не была. Наверное. Потому что я не знаю, с какой стороны лучше вам показать. Вы видите это напыление? Прикольно. Это все деревья вот так идут. Вот еще велосипедист едет. Ой, что это за деревья такие? У нас, оказывается, столько разных деревьев. Ну, такое чувство, да, что прикрепили. Нет, не прикрепили, это такое дерево. Так, новое задание.
биологом, зоологом. Скажите, что это за деревья такие? Интересные. Обалдеть. Вот это все. Наверное, никогда не попадало, чтобы оно цвело. А там, смотрите, так вместе таким. Оп. Тут все отдельно-отдельно, а там вместе. Вот пьеса. Квиточка. Клево. А я вчера вот туда и шла. Только я что-то, мне кажется, еще... Я чуть ли не весь пляж прошла тогда. Что-то я так далеко заходила. Еще один велик. Вот же великим насмотрюсь. Я же их ничего не понимаю. Ну, понимаю, где лучше там, знаете, где хуже вот в таком плане. А так ничего не понимаю. Ой. Смотрите уже сколько людей. Это у нас сейчас. Сейчас посмотрю, у нас сейчас сколько. Наверное, где-то 9 уже. Уже где-то 9. Видите? Смотрите, как крепится. Велосипеды. Ага, тут между... Я ж не знаю, даже я крепится. У меня малый тут лежил велосипед. Я говорю, что ты не хочешь прикрепить? Ай, мама! Ну, он недалеко отплывал. А я же далеко плаваю. Вот, видите, тренажеры. Ну, это там, мне кажется, еще были где-то. Потому что часто-часто повторяется. Смотрите, такие хлопцы крути в селе. И дайте, и музыка на все играет. Обалдеть, я его знаю, ты гость!